Сегодня, в последнее воскресенье сентября, в нашей стране отмечают День машиностроителя. Не обошел стороной праздник и Оренбург. Во Дворце культуры России поздравления принимали работники производственного объединения «Стрела». Александр Галочкин заводу посвятил полвека. Оренбуржец уже много лет на пенсии и, несмотря на возраст, до сих пор стоит у станка. Привык, уже как-то дома сидеть не хочется. Пока еще могу работать, работаю. Делать детали своими руками – это удовольствие. «Стрела», можно сказать, переживает второе рождение. Рост промышленного производства на заводе в этом году составляет 30%. Предприятие на ближайшие годы обеспечено заказами. Совсем недавно ввели новый учебно-производственный корпус. Это новое здание, трехэтажное здание, где все есть для того, чтобы готовить квалифицированные кадры. Не мог не поздравить с праздником работников «Стрелы» депутат законодательного собрания Сергей Грачев. Парламентарий в прошлом посвятил заводу около 3 десятилетий. Заслуженный машиностроитель прошел путь от рядового инженера-технолога до генерального директора. Сегодня, конечно же, «Стрела» – это одно из ведущих предприятий машиностроения вообще России. Но в Оренбурге, конечно, это флагман машиностроения. Те изделия, которые делает предприятие, это очень высокотехнологичный продукт, не имеющий аналогов в мире, и который, по многому можно сказать, позволяет сохранить мир.